В понедельник 12 декабря 2016 года в Москве состоялся финал шоу «Коса России-2016», темой которого в этом году стала стихия женской красоты. За победу в престижном конкурсе красоты боролись почти 50 участниц со всей страны. Победительницу конкурса выбирали модельер Джемал Махмудов, телеведущая Татьяна Веденеева, актеры Марк Богатырев и Денис Косяков, диктор Анна Шатилова, рэпер Джиган, продюсер Александр Толмацкий, «Мисс Земля Огонь 2013» Анастасия Трусова, «Краса России 2002» Анна Татаринцева. После дефиле, танцевального, творческого и речевого конкурсов перед жюри стоял непростой выбор. Но в итоге единогласным решением жюри главной королевой вечера стала Лада Акимова, 18-летняя екатеринбурженка, которая завоевала титулы «Краса России» Гран-при 2016 и «Мисс ЮФ Раши 2016». И в следующем году она будет бороться за звание «Мисс ЮФ».